Сегодняшнюю передачу мы посвятим кроликам. Не разведению их вообще, а конкретно расскажем о некоторых породах. Поможет нам в этом опытный, несмотря на то, что молодой, кроликовед, кроликолюб и кроликовод Глеб Воропаев. Глеб. Здравствуйте. Здравствуйте. Значит, начнем с какой породы? Начнем с породы советская шиншилла. Почему называется советская? Ее вывели, эту породу, непосредственно в Советском Союзе, на территории, естественно, нашей. И вывели специально для нашей климатической зоны. То есть многие породы не отвечают потребностям нашей климатической зоны, потому что зимою они мерзнут слишком сильно, и помет у них, естественно, тоже погибает. А летом слишком большая жара для некоторых пород. И тоже не выдерживают вот эти вот наши климатические условия. Плюс определенная влажность воздуха, определенные ветра. А эту породу вывели для уличного содержания. Либо содержания в шедах, так называемых. То есть это та же самая улица, но частично с крыши, чтобы не было прямого солнечного воздействия. Потому что все-таки прямое солнечное воздействие на кроликов любых сказывает негативный фактор. Вот. То есть это чисто наша советская порода, созданная специально для советских людей. И отвечающая, кстати, тоже по качеству мяса и весовой категории. То есть, если используют за границей, в той же Европе и Америке, кроликов-бройлеров, так называемых, то бишь, он должен весить 1,5 килограмма. Вот, его забили, все, 1,5 килограмма есть, и пускают в кафе, рестораны, либо продают заморозки, в зависимости от типа для чего. Но у нас люди любят все-таки тушки побольше, чем 1,5 килограмма. Русский аппетит у нас. Да, русский аппетит. Из-за этого забойный возраст советских шиншилл начинается с 5 до 7 месяцев. Потому что, ну, в зависимости от того, какой размер хочется. Если хочется больше, то 7 месяцев лучше забить. Но можно забивать и позже. То бишь, качество мяса, оно у советских шиншилл не сильно страдает от возраста. Нет, конечно, есть различия по мягкости, но качество сохраняется. Вот. То бишь, советские шиншиллы, у них вес выходит от 2, как раз забойный вес, до 2,5-2,700. Уже все-таки не на одного человека покушать, уже на нескольких, уже на семью, в принципе, 2,5 килограмма, я думаю, предостаточно. Вот. Ну и они не очень вредные в своем обиходе. А в уходе, насколько сложен уход? Уход советской шиншиллы одна из самых простых, если так взять, пород. То есть самые лучшие мамы, питание, оно как у всех, выходят кроликов, то есть мы лично на свином держим, и взрослых ребят, которые племенники, мы их на зерно сажаем, они кушают спокойно, ничего, то что, ну, чтобы не зажирели, потому что любой кролик жиреет. Но советские шиншиллы, опять же, тоже плюс, они не сильно жиреют, достаточно, чтобы была прослоечка, чтобы зимой хорошо было, да плюс еще в питание, когда совсем такое обезжиренное мясо, некоторые не любят. Вот. Ну, его можно подрастить побольше, будет чуть жирком уже. Уже вкуснее будет другим. Если хочется более обезжиренное, естественно, в 5 месяцев забил, и 5-месячное мясо, оно просто идеально подойдет. Ну, это в зависимости от того, кто как любит. Почему я говорю, с 5 до 7 месяцев идет забой. По здоровью они достаточно устойчивые. По соотношению, если взять, опять же, с европейскими породами, которые используют, они гораздо более устойчивы. Потому что наш климат сам по себе требует устойчивости от кролика. Вот. Растут хорошо, тут никогда жалоб не было насчет этого. Можно, в принципе, их доводить, вес мяса, до 3,5 килограмм. Ну, это уже, конечно, это надо уделить кролику внимание, как говорится. Тогда можно будет забить, и прямо тушка будет 3,5 килограмма. Вот. Без уделения лишнего внимания можно, в принципе, получить свои 2,5 килограмма достаточно несложно, скажем так. Вот. По лечению... Опять же, у некоторых кроликов, скажем так, у людей сложилось мнение, что кролики, либо они белые пушистые, если они еще никогда не пробовали, а кто пробовал, сложилось мнение, что это дикие животные. А я скажу так, в принципе, кролик сам по себе, да, он дикое животное,
Но с ним надо заниматься. Если с ним занимаешься, он становится белым и пушистым. Учитывая, что их разум соответствует ребенку 3-4 лет, у отдельной породы есть до 5 лет разум, то можно сказать, что это достаточно умные животные, которые вполне понимают, кроме запахов, звуки, разговорную речь частично понимают. Не могу сказать, что они все дословно понимают, но, в принципе, как собака, все отлично понимают и также привязываются к хозяину. То есть, и как антидепрессант они тоже могут очень хорошо подходить. То есть, видите, сидит себе спокойно, чуть-чуть погладил, и вот. Глеб, а вот на подворьях их можно водить, да? А вот на дачных участках? На дачных участках? В каких условиях их можно содержать? Ну, мы содержим в клетках непосредственно, в несколько ярусов. Ну, у нас их не 5 штук, конечно, там гораздо больше. Вот. Но спокойно содержать на дачных участках, если для семьи 2-3 самки, в принципе, достаточно. Но если семья большая, можно и 5 самок взять. И одного самца, чтобы держал. Ну а подножным кормом можно кормить? Травку какую можно? Можно с участков, там, возле участков какие-то сенокосики. Там, можно кормить кроликов и подножным кормом, но не как основным. Проблема в чем заключается? Кролика до 3,5 месяцев, до 4 плюс-минус, в зависимости, опять же, как от самого крольчонка, только формируется желудок. То есть, если ему в 2 месяца давать зеленую траву, да, у него может быть вздутие, и, естественно, от этого появляются проблемы у них непосредственно со здоровьем. Но прикармливать где-то с 3,5-4 месяцев уже можно по чуть-чуть прикармливать, чтобы у них желудок формировался уже, потому что кислотность уже более начинает устойчивые быть в желудке, уже вздутий нет таких. Вот. Но влажными кормами, конечно, их лучше особо не кормить, потому что особенно породистые кролики к этому чуть-чуть относятся по-своеобразно. Их можно там чуть-чуть морковки дать, чуть-чуть того, но не надо забывать, все-таки кролики, они растут очень хорошо, и если их слишком много перекармливать так называемыми вкусняшками, вот, типа морковки, там капусты чуть-чуть, вот, то они начнут жиреть. Вот. Из-за этого, если вот кто племенные, кого держите, именно мамки, папки, вот, которые должны давать крольчат, их надо более-менее чуть-чуть на спартанском. Надо все время следить, чтобы они не полнели чересчур, не худели чересчур. Тут все время надо, конечно, посматривать за ними. А те, кто на мясо, в принципе, до 4 месяцев тех же шиншилл накормил до 3,5, начинаешь вкусняшками подкармливать, они еще больше начинают набирать, и вкус мяса становится лучше. Вот, потому что чем более разнообразное питание у кролика, тем более отличительные привкусы и вкусовые качества самого мяса. Потому что мы же есть то, что мы едим. Поэтому и вкус сразу становится разный. В общем, кролика водить можно и на даче. Где угодно. И на даче, и в больших количествах, и в маленьких. А учитывая, что у них мясо является диетическое, то оно, в принципе, несравнимо с другими видами мяса, как свинина или говядина. Оно во много раз лучше, потому что то же самое говядина и свинина. Извините, поросенка возьмете 4-месячного, если. Ну, как-то, да и 5-6-месячный, когда забиваете. Если он большой, значит, подкормки какие-то были совсем нехорошие. Если маленькие, которые более-менее распространены, ну, их сейчас стало меньше, вот, то может быть нормальное качество мяса, но все равно даже в этом, если одинаковый возраст взять, все равно у кролика выше качество мяса. Потому что у нас даже знакомые, у них у детей, у ребенка, точнее сказать, невосприимчивость к мясу, там немножко осложнения есть. И они специально берут кроликов, именно домашних кроликов, и подкармливают ребенка мясом, чтобы вот это вот, скажем, ликвидировать вот это небольшое осложнение. Это будем иметь в виду. Ты, зрители, касается многих, да? Так, ну что ж, мы познакомились с кроликом одной породы. Это советская шиншилла. Наш кролик. Да. Так, еще какие-то покажите нам? Да, конечно. А это калифорнийские кролики. Так называется порода калифорнийские. Их особенность в том, что у них мамы считаются одни из самых лучших среди кроликов вообще. То есть очень большая молочность. То есть детки у них очень хорошо растут. Очень быстро растут. Вот. Забой
на мясо у них происходит с 4 до 7 месяцев. 4,5 в 5 месяцев уже 2 килограмма мясом есть. И не просто мясом, а хорошим мясом, потому что у них кость не очень широкая. То есть отход гораздо меньше. Вот это вот чисто диетическое, вкусное, нежное мясо. Из особенностей кролики, как видите, в принципе, достаточно крупные. У них хорошо сформировано вот то, что все любят кушать. Вот. И отлично тоже подходит к нашим условиям климатической зоны. И зимой хорошо живут и родятся, и летом хорошо тоже живут и родятся. Видите, все у него хорошо. Вот. По уходу, но все-таки создана не в России порода, но из всех пород, которые я видел, они максимально приближены к советской шиншилле. По уходу, по воспитанию ихнему, также легко приручаются, также такой же простой достаточно уход. По кормежке то же самое, у них никаких таких особенностей нету, как у некоторых пород. Это у нас серебро, серебристое. Есть разные подразделения данного вида кроликов, данной породы. Есть светлое серебро, есть темное, есть шампань, то бишь это вообще белые. Вот. Как вот этот вот красавец. У них есть особая особенность в мясе, которая отличает их от всех остальных пород. То есть, если у всех пород идет более диетическое мясо, у этой породы идет как у свинины, тоненькие прослойки жира в самом мясе. То есть мясо хорошо идет на шашлыки, на жарку, даже на запекание идет, потому что достаточно много внутри мяса сока и жиров, которые могут придать свой колорит. Колорит такой блюду, которое будет делаться из этого мяса прекрасного. У них начинается формироваться данные прослойки жира с 4 до 6 месяцев, то есть их незабойный возраст. Если вы хотите от этой породы более диетическое мясо, менее жирное, в 4 месяца забивайте. Если хотите более, как у свинины, то есть если вам свинину особо нельзя есть, вот, но хочется такое же что-то, можете взять вот эту породу, которая даст вам качество мяса гораздо выше, чем у свинины, и при этом с теми любимыми особенностями нашим народом свинины, вот эти прослоечки и вот эта определенная жирность мяса, вот, то это будет идеальный подбор вот именно вот этих вот кроликов. И опять же, как раз почему я говорю, есть темное, светлое серебро, линии разные. Их выводили, эту породу, в разных странах. То есть у нас есть и российская версия этой породы, и есть немецкая версия, и в зависимости от раскраса разных стран. Но опять же, их все равно чуть-чуть перемешали, чтобы создать более уникальные породы, которые способны выдержать разные климатические зоны. Вот это как раз светлое наше серебро, такое шампаньеш. Вот. Это как раз одно из творений. Мы, конечно, их не просто перемешали, их специально сделали. И вот это вот серебро способно спокойно жить в наших условиях и давать, радовать нас в наших условиях своим уникальным для кролика и для вообще диетического мяса свойством. Российский вариант. Да, который идеально подходит. И при этом они, если калифорнийцы более спокойные, а серебро, оно более активное. И если вы сами по себе активный человек, то серебро вам может очень даже подойти. Если вы хотите, то что многие активные люди как раз любят более жирное мясо, вот, с этими прослоечками такими, вот, и хотят, естественно, ну зачем им флегматичный кролик? Им наоборот надо что-то поактивнее. То бишь может порадовать не только желудок, но и душу. То есть породы кроликов даже надо подбирать под свой темперамент, под свой характер. Да, да, да. И не только темперамент, характер, но и размеры. Потому что многие не воспринимают маленьких кроликов всерьез. Другие большие им не нравятся. Вот. А это все скороспелочки, вот у нас которые породы есть. Но они каждый по-своему уникален. То есть вот это вот именно вот мясо, это уникальность. Ну и характер чуть-чуть есть. Но опять же, если его приручить, то он очень ласковый. Видите, лапку поставил, пальчик понюхал,
спокойно лежит, никуда не трогает, но все равно ушки поднял, что говорит о том, что он всегда готов либо поиграться, ну, либо убежать. В зависимости от ситуации. Вот. Но никогда не надо думать, что кролик совсем такое безобидное животное. С ним тоже надо уметь, потому что это все-таки животное. Это же все-таки не игрушка. Ну, вот. Кролики достаточно могут себя показать в случае опасности. Они не только убегают, они могут еще и догнать, если надо будет. Вот через полгода вот такой маленький кроличонок, это вот порода Рекс, будет вот таким крупным, красивым, взрослым кроликом, который уже способен и размножаться, и радовать людей не просто мясом, а самым-самым элитным мясом, которое только у нас в природе есть. То есть есть мраморное мясо телят, и второй вид животных, который способен дать такое же мраморное мясо, это именно порода Рекс. Порода элитная. Да, это самая элитная порода. Я не могу сказать, что ее создавали для России. Потому что в уличном содержании их нельзя содержать. Их надо обязательно либо помещение, либо хотя бы сарай. Им нельзя, чтобы дул сильный ветер. Сквозняки исключены. Да, сквозняки исключены полностью. Прямое воздействие солнца тоже полностью исключено. Большие морозы тоже исключены. То бишь, есть определенные недостатки. Но зато положительные свойства данной породы, то что мясо высшего качества, которое только можно достать. То есть оно не просто диетическое, оно еще выше качеством, чем диетическое. То есть если для первых прикормок детей это самое-самое-самое лучшее мясо. У них шкурка тоже является высшего качества среди кроликов. То есть, допустим, мне стало интересно, сколько же стоит изделие из этой шкурки? При том, что когда на ней написано, что это именно изделие из этого кролика. Я был удивлен, то, что обычный плед стоит от 100 тысяч рублей. Но рексы есть не только... Вот этот раскрас называется кастер, то бишь коричневая спинка и белый животик. Есть также и голубые раскрасы, и жемчужины, то бишь голубая спинка, белый животик. Есть далматинцы, черные, белые, вот как раз показывала крольчонка белого. Вообще в хозяйстве, когда держишь рексов, тяжело держать один раскрас. Хочется много. Для этого как раз альбиноса лучше раскрас, потому что их можно перекрещивать с остальными и не портить цветовую гамму шкурок. Еще как раз отличительная их особенность, они умнее, чем остальные виды кроликов. У рексов именно, у них 5 и вплоть до 6-летнего ребенка разум. То есть они даже на глаз воспринимают отлично, могут людей отличить. Если большинство животных по запаху отличают и по отдельным формам, то рекс может отличить спокойно на глаз, чужой или не чужой. Вот. И даже вот были другие кролики, вот садил, они как чуть-чуть понюхали, и их все, интересовало все остальное. Рексы, они более подробно знакомятся со всем, что вокруг. Ну, как мы много узнали сегодня о кроликах. Мы побывали, немножко побывали в стране кроликов. И гидом у нас был сегодня по этой стране Глеб Воропаев. Глеб, большое спасибо. Не за что. До новых встреч!